Вот, друзья, мы посетили музей-усадьбу Клеофаса Агинского. Посетили музей внутри, но съемка в музее. Товарищи, здравствуйте, если кому интересно. Взрослому 4 рубля, ребенку 3. Такой вот внутренний двор усадьбы. Башня с часами. На все четыре стороны света часы. Водяная мельница, друзья. Жернова 20-го столетия. Музей. С анкетными залами. Бесконечно всего ботанический сад. Я сказала ботанический сад. Нет, на самом деле это оранжерея с разного рода растениями. Внутри. Внутри нас пока не пускают. Музей закрыт для посетителей. Там вдалеке карета с лошадьми запряженная. Белая. Но карета красивая. С лошадкой. Такая беседка. Китайская стиль. На этом месте у бытность Агинского находилась альтанка данжон, забудованная у китайском стиле, и она была обсталявана аглядной пляцовкой, с якой можно было б убачить усю сядзибу. Такой вот циферблат часов. Музей усадьбы Агинского.